Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Господи Боже мой. Дорогие братья и сестры, сердечно приветствую организаторов и всех участников духовно-просветительского проекта «Дни Достоевского в Оптиной пустыне». Замечательно, что проходящие в эти дни на благословенной Оптинской земле духовно-просветительские мероприятия фестиваля вносят свой вклад в увековечение памяти Федора Михайловича и помогают молодому поколению через приобщение к его творчеству найти ответы на многие важные вопросы. Значительной лептой в популяризации литературного наследия Достоевского и зримым свидетельством нашей ему признательности является открытие памятника писателю, совершившееся ныне у стень прославленной Свято-Введенской обители. Призывая на всех Божие благословение, желаю вам крепости душевных и телесных сил и щедрой помощи от Господа в добрых делах. Очень важное такое событие в жизни нашей страны, можно сказать, открытие памятника и для Оптиной пустыни. И к этому открытию памятника приурочен вообще вот эти двудневные мероприятия, которые проводятся как при монастыре, так и здесь, на площадке в селе Губино. Такая большая, обширная культурная программа, которая приобщает нас к истокам, нашим русским ценностям. И, конечно же, эта площадка является миссионерским таким важным делом. То есть и здесь цитаты Достоевского звучат о России, о Христе, звучат важнейшие выступления, тоже все это, о Евангелии. Многие люди задумываются о смысле человеческой жизни. То есть это не просто какое-то развлекательное мероприятие, а именно такое духовно-просветительское, которое заставляет нас задуматься над ценностями жизни человека. Вот. И найти смысл жизни своей, и благодаря в том числе Федору Михайловичу и его произведениям. Сегодня Достоевский – один из самых читаемых публицистов в мире. Его пророчества о судьбах России, страданиях и святости русского народа доступны всем. Напомню слова Достоевского. «Христианство есть единственное убежище русской земли ото всех ее зол». Всех нас поздравить с этим сегодняшним событием, сказать огромное спасибо инициаторам, спонсорам, конечно, архитектору за этот прекрасный памятник. Достоевский, Бог, вера, любовь. Его произведения наполняют человека надеждой, вдохновляют на преодоление трудностей. С этим созвучна и цель нашего проекта через призму творчества Достоевского помочь обществу, особенно молодежи, найти ответы на вопросы о смысле жизни, о вере, о семье, о прошлом, о будущем нашей страны. Хочется выразить веру, что, открывая в дни Достоевского памятник в Оптиной пустыне, в этих святых и намоленных местах, этот памятник станет для России таким же значимым и символичным, и всяк идущий по тропе покаяния, по которой много лет назад прошел и Достоевский, по пути познания Бога пройдут миллионы его почитателей. Замечательно, просто замечательно прошло освящение памятника. Невероятная режиссура, позитивнейшие впечатления. Все просто были, скажем так, под глубочайшим впечатлением. Большая посещаемость, позитивные такие прям выражение лиц, улыбки на лицах практически всех участников. Только благодарим Бога и радуемся, что действительно мероприятие находит поддержку практически у всех.